Всем привет! Я продолжаю свою попытку пройти первый эпизод Half-Life 2 без пуль, чтобы выполнить ачивку «Одинокая пуля». Эту ачивку я начал выполнять в предыдущем видео, которое находится в описании и в подсказке. Погнали! Осторожно, ломай, эти лампы очень горячие. Напомню, чтобы выполнить это достижение, нельзя использовать оружие с пулями, с патронами. Можно использовать монтировку, гравипушку, ракеты и гранаты. Все остальное использовать нельзя. Если я по ошибке что-то использую, я буду это с последнего своего перепроходить. Подозреваем нас. Ачивка делается на протяжении почти всей игры. Блин, кирпич, он сейчас ящиком, да? Тебе помидоры будешь складывать. Так. Какой-то пидор там остался. Это шкерица, скотина. Блин, ну ящиком-то вообще не очень как-то. Так, ну, неплохо покоцали, ладно. Не страшно. Так, надо успеть пробежать. Так, сейчас жуки будут. Жуки нас... Интересно, они нас жрут, по-моему. Да-да, они меня атакуют, у меня фероподов нет. Так, чтобы они тут не бежали и не мешались, я заткну их норы машинами. Сбивает с ног Гордон, а я буду стрелять. Да, вот, все, он не может. Не может залезть. Он тоже не может. Блин. Чем тебя усмирить-то? Мусорным баком. Ну это так же, как и. Ящиком. Блин. Что-то залез, застрял. Ух, ё-моё. Да блин. Я присмотрю за улицей. Не присмотри за улицей. Так. Ну, в принципе, приемлемо. А с чем я тут разбираюсь-то? Блин. Типа головоломка тут, да? Что мне? Я уж, блин, забыл, как тут проходить этот момент. Где-то хэдкраб еще. Так. Надо остановить газ. Блин. Неужели вот эта банка краски как-то поможет? Тут я больше, кроме стульев и краски, я ничего не вижу. Нет, конечно. Так, может, можно это все как-то
уравновесить, если сюда что-то подсунуть. А не подсовывается, бля. Получилось один раз. Так. Попробуем. Ну, вроде... Вроде сработало. Так. Блин, я не помню, ну, по-моему, как-то не так это должно решаться. Окей. Красота! Да вообще не говори. Офигенно. Так, ну этот сам себя уничтожит. Так, здесь никого нету. Чего ты не кидаешься? Блин. Ну ладно, я... Поднеси его сюда и перенастрой схему. Я этими патронами не воспользовался. Будем считать. Так, давай, перенастраивай схему. Настраивай. Все, он теперь его будет атаковать. Я же не воспользовался, я просто забрал... Патрон. Надо на всякий случай сохраниться. Так. Гранатами можно пользоваться. Ну, сейчас отсюда далеко, конечно, гранатами. Так, давай. Сейчас мы этой херовины в него антиснайпера устроим. Так. Блять. Ну не зря сохранялся. Так. А, блин, этот не настроенный. Давай, настраивай. Так, 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 так. Все. Блин, вот как-то неловко так получилось. Не с первого раза. Ну ладно, Москва тоже не сразу строилась. Самое главное, что получилось. Так. Ага. Их пулеметами тоже нельзя пользоваться. Так, что там, Алекс должна подойти? Ты где? Отличный бросок, Гордон. Этот снайпер чуть не снес мне голову. Я заберусь наверх и посмотрю, что за тем забором. Давай. Зацени обстановку. Ты мне лесенку, самое главное, скинь. Чё я буду все это время делать? О-о, улица перегорожена баррикадами. Угу. Беги, не останавливайся, окей? Я тебя прикрою, не волнуйся. А затем, как подашь знак, побегу к тебе. Похоже, я смогу спустить тебе лестницу. Надо только выбить щеколду. Она слегка заржавела. Давай, выбей. Есть. Достанешь? Так, хорошо. О. Давайте, чуваки, сюда. Тут тоже ачивка есть. Нужно подставить под пулю Алекс каких-нибудь врагов. По-моему, 30 или 50, по-моему, 30. Сейчас не буду проверять. Так. Кто-то там
Токсичный, скрипит. Ладно, погоним вперед. Так, ага. Можно было, конечно, его вывести на чистую воду. Но я думаю, плохая затея. Так, тут... Да, 10 из 30 уже есть. Так, сейчас, чтобы лучше простреливалось. То мало ли какой-нибудь засранец. Так, блин, это ж неразбиваемая коробка. Сейчас какой-нибудь засранец прибежит. Так, да, вот они. Идут. На убой. Блин, чувак. Обнаружены легкие ранения. Отлично. Хорошая работа. Сохранюсь на всякий случай. Понадобится. Так. Тут можно даже фонарь не включать. Там ничего нету, и так понятно. Мне больше аптечки и энергетики нужны. Точнее, не энергетики, а зарядка для костюма. Так. Отлично. Так, 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 так. Какая-то скотина там. Внимание, состояние критическое. На тебе. Блин, до 16 мне сбил. Интересно, вот эти считаются? По идее, враги. Блин, ну сбивай ты его. Блин, так я... Я так сдохну быстро. А, блин, они тоже считаются. Но, блин, они меня так зарепают. Я даже очухаться не успею. О, господи. Я пока сюда заныкаюсь. Хорошо. 20 человек есть, уже что-то. Давайте, выходите кто-нибудь. Блин. Так, господи. Есть. Наживка называется, ачивка. Блять. Опять. Еще раз сдох. Ну, ачивку я уже получил, поэтому... Поэтому я сейчас буду действовать... Активней. Да, блин. Дайте мне аптечку. Теперь я не буду церемониться сразу. Так. Блин, я про него забыл. Давай, вали их, вали их, вали их по одному. В принципе, этим листом они хорошо убиваются.
блин. 23. Сука. Блин, не так. Так все сделал. Ладно. Сейчас я уже помню, что мне нужно сделать. В первую очередь этого оголить. Эти не лезут. Так. Открывайтесь. Блин. Скотина. Сдохни. Так. Сразу сохранение. Сколько ништяков высыпалось. Куда-то надо попасть, что-то нажать. А, да, ты пришла, теперь откроешь мне эти ворота. Все понятно. Надо, короче, сходу здесь пробегать. Господи, как закрыть эти ворота, чтобы они не летели. Давай, не отвлекайся. Открывай проход. Эта часть позади. Хорошо, отлично. Боже мой. Похоже, реактор вновь начинает накаляться. Реакция быстро набирает силу. Ну пошли, пока не пиздануло. О! Я бы предпочла найти другой путь. Но у нас давно совсем бы нет так времени. Ну? Так, сейчас тут солдат много будет. Интересно, не взорвалось? Это я тебе по ноге заехал, поэтому ай, ой. Вот бочонок-то получше был. Так, за нами следит. Мы только что нарушили. Как этого хера зовут? Правила Альянса. Блин, я уже забыл. Что это за звук? Черт. Отойди от ворот. Да господи. Нельзя мне. Некошерное оружие. Блин. Спасибо. Спасибо. Ага. Так, надо засейвиться. Сейчас пополню запасы. Появимся. Да господи. Да блять. Система жизнеобеспечения. Сам себя покалечил. Как-то вообще очень не очень получилось. Let's go.
Да, блядь. Чёртовы бочки. Ай, у меня бочки кончились. Не жри меня. Да скотины. Чё, охерели что ли? Блядь. С гранат. Так. Теперь может получиться. Блин. Да беги, Гордон, беги. Значительный перелом. Есть. Есть. Я этого урода убил. С 20-й был попытки. Сейчас буду достижения делать. Блин, мне только достижения сейчас делать с 17 хп-шкой. Пипец. Это тут аптечка была. Так, еще вот он. Что тут есть? Фух. Не, ну это дичь, короче. Короче, сразу 10 ачивок делаешь, и ни одной не получишь. Ты его будешь валить, нет? Он по мне стреляет. Давай, давай, давай. Блин. Хотел подобрать и в него шмурить. Алекс, ну беги, беги. Так. Подозрительно много бочек. Давай, открывай его. Еще один замок свой. Дэй. Что? Блин. Мне что ли открывать? Конечно, тут... Конечно, вентиляция сразу должна за ящиком прятаться. Нет. Нет, не прячется. Господи, вот оно на виду было. А я уже игру начал обсирать. Вот тут-то и пригодятся твои навыки лазания по воздуховоду. Типа вот как все предсказуемо. А нет, все проще. А, уже вернулся? Угу. Прогулялся немножко. Так. А как я тут буду перепрыгивать? Точно надо дальше там пройти. Интересно.
собой взять, что ли, ее? Какая-нибудь сейчас шмара выпрыгнет. Я ее, правда, не увижу. Но это уже... Упс. Ладно. Так. Так. Отлично. Сохраняемся. Еще здесь 20 раз сдохнуть не хватало. Так. Так. Ну, блин. Еще утонуть. Ну так можно делать. Блин, а как я... Как я гравипушкой-то барнакла буду бить? Он же не бьется гравипушкой. Блин, у меня грена, конечно, есть. Могу его греной накормить. Ну, нет. Упс. Ай! Ну так тоже можно. Почему бы и нет? Не успел я барнаклу попасться. Так. Там тварь сидит. Так, а наверное, надо было по бочке сюда запрыгивать. Залазивать. Что я теперь без бочки буду делать? Так. Стой, падай. Не на тот бок. Так, да пофиг. По бортику, по ребрышку пройдем. Какой-то лабиринт тугой. Так, окей. Блин, не получается с первой попытки это все. Так. Так. Надо на всякий засейвиться, мало ли. Так. Да блин. Что ж ты падаешь? Можно сразу
грузиться. Кого он это? Блин. Ладно. Блин. Крови. Тяжелый. Обнаружена Айви. Да блин. Дай. Так. Можно сразу вот загрузиться проще. Пятого раза, господи. Я, по-моему, в первый раз, когда эпизод 1 проходил, я быстрее прошел. Ок. Бибип. Бибип. Так, и... Да будет свет. Вот ты где. Я уже думала, ты обо мне забыл. Нет. Так, ладно. С этой головоломкой покончено. Темная комната. Предлагаю на этом моменте остановиться. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока. До встречи в новых видео!